Два дня дождей, а потом снова жара. Такая погода ожидает Донецкую область в ближайшее время. Об этом сообщили в гидрометцентре. Сегодня и завтра в регионе прогнозируют грозы. При этом температура днем ниже 30 градусов не опустится. А с воскресенья снова будет солнечно и жарко. Такую погоду синоптики обещают до конца августа. Завтра ожидаются небольшие кратковременные дожди. Еще 18-го местами они сохранятся. А в дальнейшем будет без осадков. И температура воздуха будет претерпевать колебания. Она будет в этот период понижаться на 2-3 градуса и снова повышаться. И только с 26 числа мы ожидаем опять кратковременные дожди и снижение температуры, небольшое снижение температуры.